Всем привет, ребят, с вами я, Марк, и вы на канале 2А42. Ребят, вы заметили, что сейчас практически у всех есть айфоны? А у меня какой-то древний Samsung. Вот, работает Samsung. И я вспомнил такую хорошую примету. То, что если у тебя вещи есть, ты от нее избавишься, то к тебе придет вещь, но еще лучше. А я что, не хочу iPhone? Конечно, хочу же. Я думаю, все хотят айфончик. Он такой классный, новенький. И вы же уже поняли, что я хочу сделать. Я хочу разбить этот Samsung. Но мне же попадет от родителей, если его разобью. Поэтому не я разобью, а мой дружок Хаги-Ваги. Мне для этого понадобится дощечка, телефончик и Хуги-Вуги. Ребят, ставьте лайк, если вы верите в эту примету. Я вот, если честно, верю. И хочу испытать. Давай, дружок мой, Хаги-Ваги, по приказу от Марка, бей этот телефон. Первые трещины. Мне вот интересно, какие там микросхемы. Давай, Хаги-Ваги, бей. Стекло посыпалось. Хаги-Ваги, что ты творишь? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это не я сделал, Хаги-Ваги. Может, родители меня подумают сумасшедшим. Вы же видели, он же бьет все. Потому что как плюшевая игрушка может бить? Она же живая. Смотрите, какие трещины от молотка. Вот от этой стороны. Вообще она жесткая. Так, мой дружок. Можно я сейчас чуть-чуть побью? Мне тоже интересненько. Так, полежи. Точнее, посиди. Так, я хотел бы отверткой. Вот тут вот я вижу краешек. Не. Давайте сзади стороны телефона. Прощай, Samsung. Ты мне был верным другом. В задней стороне вообще по барабану. Так, может, отвертка чем-нибудь получится? Я, по-моему, фонарик разбил. Вот тут вот трещинка. Хуги-Вуги достали. Садись. Ау! Телефон горячий. Блин, напишите в комментариях, это опасно. А то я как-то побаюсь. Вдруг он такой сейчас... И чем-то завоняло, блин. О! Задняя сторона дисплея. Чуть-чуть отсоединилась. Так. Так, срочно! Действует! Должны быть ножницы. Ладно, без них обойдемся. Так. Что же делать? Блин, тут воняет. Вонь идет. Что же я делаю? О! Оторвал. Должно не работать, потому что я же контакты поранил уже. Давай! Ломайся! И мне кажется, сейчас он бомбанет, что честно мне подсказывает. Так. Я думаю, лучше по аккумулятору не надо больше бить. А то как-то побаиваюсь, вдруг бомбанет. Еще дальше начало вонять, мне кажется.
раньше бомбанет. Пожалуйста, пальчики за меня покрестите. Хоть бы не бомбануло. Хоть бы не бомбануло. А может, вот эта вот штучка, она тут, видите? Ой. Ой, она липкая. Не, по-моему, не она. Вот от аккумулятора, по-моему, идет. Он вздулся. Ау, горячая. Блин, мне как-то страшно. Я хочу проверить, лезть ли там сим-карта. Так. Вроде бы мы отсоединили. А, все, нагреваться нету. Ну, это сюда. Слава богу, нету сим-карты. Так, блин. Она все нагревается и нагревается. Мне кажется, это как вот мина. Вот знаете, в мине надо решить, какой провод отрезать. Вот я, походу, неправильно, что отрезала эту. Тут какая-то плата, вон. Так, вот тут можно отодрать, я так вижу. Так, телефончик вот тут лежит. Георгий, пожалуйста, отойди, а то я боюсь за тебя, что в тебя бомбанет. Ну, полежи хотя бы. Так. Что-то не получается. Как попадет. В дело идут плоскогубцы. Так. Оп. О! Смотрите, я вот сейчас, представьте, что это вот так вот. Всем привет, ребятки, с вами я, Марк, и вы на канале 2А42. Это я как понимаю, что ли, блин, странно. Я думаю, это который производит на экране, что должно показывать. Так, я, в принципе, уже дисплей раздолбил. Еще я хочу побить молоточком, бы снять этот слой. И посмотреть, что там. Так, молоточек. Ох, сложненько. Может, побьем с задней стороны? Вот с задней стороны отвертка. Так. Я вообще больше не хочу по батарее стучать. Она вот напухла полностью. И уже пахнет реально как-то. Я думаю, на сегодня с миссией справился. И сегодня... О, фонарик. Скорее всего, это фонарик. Вот. Телефон в дребезги. Ой. Телефон в дребезги у нас получился. Давайте с вами договоримся по-человечески. Мы же можем друг друга понимать. Вы видели. Телефон разбивал Хаги-Ваги. Напишите поэтому в комментариях, что это он. А с вами я буду прощаться. Вы были на канале 2А42. Меня зовут Марк. А мне пора валить. А то пипец будет.